Против Феникса играет кто? Феникс Олдгвард. Да, мы с пуховиком как раз на тему пообщались. А, Диби, ты тут, о, ну, давай договорим. Тут пол защиты Олдгварда теперь на будущий сезон. Он забито, да? Ну да, конечно, что. Так, ну что, играем 3-5-2. Так, мы куда? Мы в какую команду? Камелот? Да. Просто смотри, там Манавард Камелот, как будто бы. Блэк Макс, а можешь музычку? Сейчас, это я... Секундочку. Сейчас вы послушайте еще. О! Ты куром встанешь? Сразу 3-5-3. Я опустил наушники, я опустил. 3-5-2 поставьте. Опусти ее, да. Музычку, говоришь, пожалуйста. Так, Курам, Джерри, нападение. Ух, дай капитанку, я сейчас быстренько все же тут раскидаю. Ну, ромб играем. Бурной груди прям тут образуем. Мы играем вот в это. Ебать, это что? Зибу, ЛП. Бля, что со схемой? Что это, блядь? Что мне делать? Пожобжа, путите меня! Пожобжа! Не слышно, нихуя, пацаны. Файер и Блэк Мак. Блядь, я ведь мог идти в Апекса. Кардио на ПП. А. У меня чё, рост какой? 177, 187. Есть значение? У тебя как КЦЗ, наверное, понижен. 201 Архип, вот я поддерживаю Архипа, вот он шарит. Вот мужчина, блядь. Не, вот не зря вот Гвард подписан, блядь. Не зря зарплату получает. Архип это наш Магуайр. Не Тоби, а который пиздатый, который, блядь... Так он тоже 192 архи. Я понимаю, ты прям полностью косплеишь. Кто с нами на ЛЦЗ? Бист. Ну все, с соперником пизда. А ты кем, кем работаешь, убийц? Ты кем работаешь? Он убийца наемный. Он зэков на химии зэков мочит. Не, он всех мочит. Ляников в основном. Каждый день по одному. ПКУ и Карину все на России по Воронежской области. Кричан, надо будет потестить все эти прострельщики. Не знаю, если бездюжит, то эти прострелы делать. Не умею вообще. Ну. Не так, практикую. Уметили, вы готовы или нет? Готов проеб. Готов проеб. Да, конечно, тебе мне просто в радость проиграть. Ну и все, зовите. Ну что тут? Блять. Погодите, а можно не звать? Можно прям. Прям секундочку. Я забыл, что у меня хуйня на стриме стоит. Я думал, ты обоссал. Вебка, в смысле? Да не вебка, у меня игра там стоит, ни фифа, ни хуя. Я же вспомнил, что надо еще менять тайтл. Сейчас секундочку, прям минуточку. Сначала секундочку, потом минуточку. Атака, ну, да, шестое место проводила, не в обиду. Может быть, была бы атака Джилиберс, а так? Не в обиду, шестое, по-моему, место, да? Второе. Но, можно это синхронизировать с Inception. Смотри, Би слева, Зиби слева, я слева. Че там? Пух. Сейчас, секунду. Да, ну, секунду. Ну, можно. Тифа 21. А, как назовем? Солянка? Подожди, а напомните, да я запускал дольше. Зиби играл на ЛЗ, я играл на ЛФА. А Бист играл в тот момент?
Inception. Конечно. А где он играл? Ну, ТЗ. Все, можно запускать. Да. Я тебя сейчас, давай, я позвал. Сейчас выгоню. Вообще, блин, ты чё? Ну я просто, у меня память как у рыбки, вы чё, блин? Как у Насти рыбки. О, Настя. Здесь поменялась форма? Да. Три угловых при наших, то три ЦЗшника идут в атаку, один ЦОП остается и ЛП, ПП сзади. При наших атаках. Как будто бы схема не в три защиты, нет? Нет такого ощущения. Очень оборонительная игра. Спокуха. Сейчас мне без покажется, как 3-5-2 управляется, сейчас интересно даже. Ну и Рамос. Надо вот все Микстера и Рамос собрать, ну так, чтобы для вообще фул комплекта. Ну это ди уже было, это ди уже, блядь. Не знаю, возможно, Рамос в солянках просто в щи приходит, но вообще я обливался. Не, он так играет всегда. Ну, тогда вообще, не понимаю, блядь. Он под кумысом просто. Вообще. Ебать. Хорош. Рамос-то денчик? Бля, а можно мячик подержать? Ну? Убивать. Что такое мячик? Рамос это ЕМСА. На минималках. ЕМСА. Кстати. Божественный момент. Архи, возьми восьмого рыжего. Бля. Архи, давай ты с ним. Я забегал. Потянуло. Да блин, дайте мячик подержать. Чтобы мы еще сами не подержали. Подержи. Да, центр наш вообще мяч пока нет. И сделал. Так, идите Cool Story, раз пуховик тут. Пробуй. Давай. Для многих не секрет, что когда я изучал, что такое профи-режим, мой первым клубом был Old War. Там как раз играл пуховик и прочее там шпана. И они меня поставили на ЦАПа. И при этом говорили, типа, не играй как ВТ! Не играй как ВТ! Для меня было ново, типа, вообще этот профи-режим. Я не знал, как играть за одного игрока. Но это забавные такие воспоминания. Я такой бегал, как этот. Но я помню, это прикольный гол на разминке, когда мы играли сезон. Он головой как-то перекинул
линии штрафной вратаря. Ворота залетел мяч. Ты помнишь этого? Хорошо. Мишина его за это у нас играл. Ой хорош. Магаданчик. Да, да. Так это ж наш общий друг. Он меня, собственно, и позвал в ВГ. Ну да. Потому ну, что, да. Типа, вот... Я просто сегодня знаешь, как раз. Сегодня как раз его фотку увидел ВКонтакте. Такой, что-то мы давно с ними общались. Думаю, вот. Угу. Он женился же. Год назад да. Же, наверное, да, женился. Да больше. Больше, наверное, да. Вот столько я с ним не общался, как он женился. Вот, что делает. Все. Неподготовленная семейная жизнь. Ну, это у меня на этом было. На автомате можно вынос. Я тебе расскажу. Я с Магаданчиком случайно попался в КС-ке, в матчмейкинге. Мы в контру играли. Потом мы что-то разговаривались, узнали, что мы типа фифу играем. Он сказал, типа, есть такой РКПЛ, блядь. Можно. Все, значит, вот есть Old Guard команда такая. Потом я выпускаю. Нет, туда. Команда есть, была и будет есть. Да, это прикинь, сколько времени прошло, вы до сих пор существуете. То, что это цепь. Так вот им. Не то, что всякие там пипеги. Там все равно никого нет пока. Ну, дверь, конечно, знато отлетела от надо идти 1-7. Да, блин, еще матч посмотреть. Не понимаю, как это вообще случилось. Да, напихали на втором матч 5 штук. Да и все. Там интересно хоть и стоит смотреть стрим, и было что послушать. Ты слушаешь там слова. Ну, пипеговский? Ничего да, было. По-пипеговски, на пипеговском. Я не смотрел их стримы, если честно. Я в профи-то играю только из-за таких стримов, когда кто-то въебывается 5-0. Или когда кто-то 0-0 с Олгвардом играет и... Мы приходили, вот мы играли с Саважем, первый матч, когда 1-0 выиграли, там Джерри забил гол, его назвали петухом розоволосым. Вчера мы играли матч. Так, а у него это разве не в этом написано, не в псевдониме? А в сайт был? Вчера играли, что в 5-2 выиграли, они когда 2-1 повели, там, сосать все роды, сосать, типа. А у них еще проблемы же, с Саважем, да, играли? У них же там с составом пиздецкие проблемы сейчас. Да особо нет там проблем. Сейчас, по-моему, что-то с онлайном у них там беда. Типа, знаешь? Да. Да. Бьет. Да такие же проблемы, как и у нас. То одного игрока нет, то двух. Ну, вот что там я писал, что у них 7 или 8 они вообще играли. Ну, семером-восьмером. Забивает он. Да. Вратарь и это. 9 человек не было. А кто видел стримы? Он включает на раз... Как он на работу идет или с работы едет, блядь. Посмотрите стрим Low Property, просто 30 там шальное ставил срач 5 минут. Даже в чат это поставлю. Когда против КНП играли 2-0 туристов. Блин, а у меня, короче, я как раз не досмотрел как раз эти последние. Я что-то начал, мне на работу работе. Очень весело было. Надо посмотреть. Короче, обоссали. Ян? Джао. Какой матч тут? Последний, да? 0-2 когда проиграли? Да. Не, я смотрел, как на стриме туристы, как они... Заметьте, ни одного игрока в стенке, потому что они что-то там, ну, сбор видимо мутят в пятницу. Бля, что такое сбор, господи? Игрокам бы этого не понять. Сборы, блядь, это что, сказка из прошлого, это... Шутка из 90-х? Ой, хорошо. Блять, я себе ПЗ почувствую, я пошел в атаку. Нахуй.
Крис, ты не руководишь парадом. Да ты заебал, пиздец. Рисуй, кстати. Слово не даю сказать или что? Конечно. Давай, говори, я молчу. Все опытные, видишь, как играет. Хули ты говорил, нет слова, да? Одни эмоции. Yes. Это не ОГ, нет, там. Да, если честно, его ОГ такой не проходит. Просто по старым скриптам решил. Просто 13-м или 15-м? Да, блядь, чуть ли не по 9-м, наверное, походу. Хорошо. Не, я с 13-й играю, на самом деле, в про. И, блядь, вот если бы сейчас я перекусил этот пас, вообще выход один один бы. Ну, даже потянул на нимкой. Ой, хорошо. Оп, оп, а? Не. Вы слышали? ПП и цоп назад. 30 вперед. Бля, пацан, такая скидка была пиздата. Игроков. Обратно, блять. Тут не спешите там подавать. Еще никто не расставился, кто там подавал. Нахуй. А... Нормально. Бля, как выйти из этой стенки? Никогда, походу. А мне можно. Не, могу вот так сделать. Там Джерри знает, как ходить. Как делается, блядь. Эмоциями. Уф. Не помогло. Блядь, виноват, отвлекся, пацаны, блядь. С этим пультом гребаным, блядь. Не осыпаемся такого. Угу. Не успел пульт убрать, блядь. Яркость дрона. Пауза будет, уберу до конца, блядь. Давай, давай сразу. Ё-моё, что это? Я пытался его перебросить. Ой, на этом мои полномочия как бы все. Смысл стараться. Ладно, собрались. Давайте. Ой, упал. Чисто там верхом, только если пройдет. Три тряпка, блин. Кто там булькает из-под одеяла? Бит Васильич. Василий. Не справлюсь, постараюсь. Не обещаю, конечно, но постараюсь. Пацаны, успею убрать яркость. А мы же в три защиты, да, играем? О, да. А у нас ЛП не низко садится сейчас, вот при обороне. Ну, что-то помогает. Короче. Хорош. Архип, забирай рыжего. Такой. Ебать, и на подборе успел, сука. Ну что за мужчина у нас играет в команде? Эй, кто? Здесь такие. Харик, иди в атаку, мы играем с Архипом в 2 CZ. Нет, окей. Нет. У Хавик в атаку, это пиздец, конечно, пошутил. Давай.
Здорово, карту. По сраку взяли. Ну? Хорошо. Ой, хорош. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот я хотел в том эпизоде сделать то же самое, просто перебросить его, но не повезло. Чё? Чё, блядь, собаки? Чё вы, чё вы? Псы, псы, бля, псы раступились. Я на твоей позиции играем, так. А скуки бучи? Ладно, я. Сбегу. О, у меня подвисло всё. Походу сейчас я крашу. Уху, тихо. Всё, пока. Да, я выкинул его нахуй. Надо выигрывать в основное время, ребят. Давайте сейчас забить надо. Да, вот сейчас, вот сейчас. О, хорошо. Хорошо, бот вы просто... Тебя тоже выкинул? Да, все зависло. Прикольно. Прибалтика и Беларусь, короче, в минус, нахуй. Пошел курить. Хорош. Хорош. А будем терпеть. Бороться, блядь. Ой-ой-ой. Время. О, не успели забить. Чё, надо это, штрафные угловые делать тогда. Назначен, каким-то образом. Да? Поменять исполнителей? Хуя мы с Блэк Максом и с Бистом, короче, самые эти. А, ну, ещё пуховик. Ну, ладно, ЦЗшников не берём, он с Блэк Максом, короче, самые. И с Курамой, и с ботом. Левый фланг, короче, вообще не устал. Вообще, блин, на хуйне страдал. Судя по... По стамине. Три отбора стёхнул. Чем флангом поиграть? Вообще, будет шикарно. Ну, как я. Как сложится, так сложится. Жили стоит. Страшно. Хорош. Опоздал. Надо открывать. Муратель хороший. Это Трикса. Блять, бот, конечно. А кто у нас капитан? Ой, а бот как что дальше. Оуф. Ой, сейчас надо капитан, блядь. Я не капитан. Джерри Бист. Я тоже нет. Проверил, блять, застал. Хуй знает, у нас капитан. Хорошо. Кардио. Кардио. Нападение поставить. Блядь, что это уже долго сына. Типа две ноги пролетело и мимо все. Я пролетел. Уже не был запас. Да. До пенальти достоять как-нибудь, а там может быть. Да, повезет. Плотненько забить. Джерри там. Может за. Оп! Кто это? Ну, у них троф. Yeah. Он был в списке. Он был приглашен. Был. В списке приглашен. Так, пока ничего страшного. А вот теперь. Нормально. Хорошо. Вот и гол. Еще как-то не обогнал меня. Ничего, как-то... Сихуй! Где? Как дела?
Держимся. Ничего? Кто капитан? Поставьте это кардиовое нападение. А он где? Он на ПП играет. ПП. Экстер капитан. А кто капитан? Да, а вратарь капитан. Трикстер. Поставь Кардифа вместо Курама. Вместо Курама, да. Ну и эти, если успеешь, главы там на кого-нибудь. Главы хер с ними, хоть бы это успел. Бать там Литовченко выслал комментарий под кубком. Кого? Литовченко выслал комментарий под постом кубки. А и что он написал? Ну типа Пипега, учитесь играть в профи, а не в это. Ну по факту так-то, ну чё. Ну там кто-то восхвалял их. Это вкратце. Блин, это вообще моя любимая команда, ты чё, я за них болею, блин, я угораю, к ним постоянно на стрим захожу. Классно же. Собрали хорошую команду из УТшников и бывших профи игроков. Бывших, почему я сказал бывших? Я имею в виду тех, кто играл уже в профи. О, тянет. Я думаю, если не развалится через два сезона, то могут хороший результат показать. Ну, с таким же составом. Короче, был. Вот, а вот они один зон в первом движении проведут и насколько. Я сбегусь. Да, надо КСМ убрать и все нормально пойдет. Да, они очень много теряли из индивидуальных действий. Это реально много потерь у них было. Это пафло. Интересно, что это за хуйня была такая? Хорош. Время to win. Это минут. Ой, хорош, да. Кричит уже отечу, идет на сайт РКП зашел. Ару! Блин! Блин! Офсайд? Офсайд, офсайд. Ай, блядь. Я уже, блядь, этот маску. Типа, я поверил. Я уже хотел Ильяника позвать, блядь. Бля. Ух, а что, стрим идет? Да? Да, идет же стрим. Я смотрю. Сейчас мы хотим зайдем. Ой, давай, давай, давай. Смотри дальку, смотри дальку. Центр. О, хорошо. Ой, бот. Блин, не босс. Меня сбили. Спасибо, Курам, за фоллоу. О, пенальти. Чё, бля? Бота бьют. А. Блин, чё, время закончилось уже? Хорош. А я думаю, чё, вроде мы в атаке были, блин. И пенальти в наши ворота, я думаю, нихуя себе. О, под бросиком. Мой бот, мой бот. Так, он без треугольника хорошо бьет пенальти. Правую девятку не попасть. Хороший. Да-да. Что-то в лесе сдохло. Ой. Один отбил, а больше нам не надо. Хорош. Промажет. Право показывает, будет влево бить или по центру. Да хз, вот пам туда и ударит. Бля, по центру, говорю. Он смотрел тут в эту сторону. Не, он вправо вроде показывал башкой. Он тут он стиком дергал туда-сюда. Блин. Пойдет, пойдет. Ну, вытаскивай. На этом тракончик.
Давай, нога Кенфеева там. Хорош! Мне все зависло. Быстрый перекурчик. Отсыхай, Лианик. Только у меня фифа зависла. Кубок, кубок у нас, короче, нам вручают кубок. У нас тоже зависла один раз. Но потом выкинула. У меня просто фифа зависла. Нам шампанское делают. Ну, кубок дают, да. Будем пить. Нормально. Хакеры работают. Сейчас, погодите, я посмотрю, как я кубок держу хоть здесь. Привет, Борода. Прикольная игра. Просто пиво повисло их нахера. Пошел к нам, по-другому. Блять, а не рано мы кубок берем после первой победы? Там как бы еще одну играть, как минимум. Тупая игра. Почему кастомные турниры до сих пор не ввели? Блин, что я сегодня хочу это запустить? Че, Origin что ли висят? Не, Origin работает. Ой, блядь, что за пиздец, сердце колет, нахуй, что за хуйня? Я еще не настолько стар, блядь. Ты срать, я спрашивал про Level Pro. Да, у них сбор, кстати. Не фулка. Ну, пускай тренируются. Да, у них там сбор. Что нагонит. Что у них тут по результатам? Играли с Динамо, играли Континенталем, Метеором играли. Юнайтед Сити, а это вчера было. Так, давайте сейчас по-другому сыграем. С Максом ЦПшники и ЦУП Пайр. Ой, не, я бы лучше блок Макса на ЦУП, а Пайр на ПЦП. Ну так, давайте. Ремарочек небольшой. Давайте так. С 1 по 10 отдыхать как хорошо. Наверняка, наверняка. Что с 1 по 10? А, по 11 его же там. Нет, 11 на работу уже. Ох, если наш чик-чирик подписал, так же было бы неплохо. Он сегодня или вчера, когда нам летал в Москву с Путиным, типа об интеграции говорил. Ну, типа не договорились. Так было, что об интеграции Дискорда. Да. Архивки, где удобно. Если что, парчил ТЗ. А? Ты ЛТЗ хочешь? Да не, я говорю, где тебе удобно. Лучше ЛТЗ. Ага. Слышите, зовите, если что. Мы готовы. Так спешите проиграть, что ли? Да. Но не все из вас это увидят, судя по статистике. Да, я протыкал. У нас есть стрим, так что увидят все. А, ну хотя даже да. Те, кто не причастен к этому. Даже я те, кто решил не доигрывать матч. Мы выиграли кроматч или проебали, я что-то не понял. По пенальти. Мы их отъебали. Отъебали по пенальти. Особенно баты. Я прям скрусил ужас. Че, вы будете кидать ноль? Нет. У нас еще не все на местах, сейчас погоди. Куда мне встать? Раз, блин. О, Нирвана заиграл в подборке Spotify. Я трансляцию оставлю, чтобы, ну, типа, там просмотры сделал. Да, блять. Нет, ты либо донать, либо закрой ее. Так, все, закрыть. Забыть об этом сайте еще. Забыть, ну только пух. Он заглотнул пивца.
Не, это чай. Так, что, звать их, да? Да. Так вы любите на белорусском коннекте, хорошо, качество. Второй див, 3 отчета не заполнено, но им повезло, что я сейчас не до этого. Где Новик? Новик из кармана доставаю уже, нет? Я завтра с утра. Дадут, чтобы он не играл. Я со Златурком договорюсь. Угу. Ну, просто проебать так хорошенько, чтобы ты не заполнил отчет. Сука. Да откатись ты его, что ты вот держишь, ладно. Опа! Ну. Хорош! Чича. Да что я его не контролировал, этот мяч, он прыгал. И че крича? Меня. Ну, пока не буду кричать. Вы смотрите, вот крича в угол про всегда мариновался в защите. А тут я взял его и. Опа, на цапника. Слушай, Крича, ты же меня в NBA научил играть? Или нет? Кто меня в NBA позвал? Ясно. Да? Крич с тобой не разговаривает. Ну, он ни с кем, по-моему, не разговаривает. Ты изварился, да. Овса, ну ёбан, он что, кофе что ли? Медийка плохо. Чего? Оп, пасик. Желтый. Mm-hmm. Цок подарить. Есть. Это ты так тёлок разводишь? Цок подадите. Ой, блядь, ну похуй сюда. Цок с собой. Зря пошёл. Я уже давно забыл, что такое развод. Согласен, согласен. Жиза. Жиза. Не каркай, там потом это вспомнишь. Ой, хуй, если ты как проскочил, блядь! Как так-то, блядь? Ну, в принципе, что забили, то и пропустили. Плюс-минус. Какое говно. Надо чуть повыше прессовать, Макс. А они просекли фишку. Вот это. Из защиты надо тогда выше подниматься, придется. Там разрыв будет между обороной и нами. Хорошо, сейчас скажу тактику, которая поможет всем. Просто играйте хорошо. Супер. Примерно так, да, почти. А. А ой, куда я там убежал? Бля, архитектур, что ли, там? Бист, вон. Бист вижу. Архипа.
Как, блядь, я успел накрыть, сука. Хорошо. Хорош. ЛЗ, ПЗ и ЦОП сзади. На полукруг, на архип. Чёрт, не вижу себя. Бля. По игрокам, по игрокам. По центру я один вообще. Ой. Бля, меня тянет, пиздец. Хорош. Там по времени 40-я. Какой матч играете? Второй. Ну и Java даже в переговорах. Ты, блядь, весь сброд решил собрать. Да. Какая минута? У нас еще стрим идет. На ОПХК, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не надо лайки, давайте донаты. Тренеры. И все. Минут какая? Это 45-я. При обычных случаях, Макс, тут нужно прям выходить. Можно? Хуярить впереди. Хорош. Мне? Впереди хуярить. Давай. Бля, ну... Блин, ну ты, ёб твою мать! Мы садимся все в пятером, вы читаете. Да не, могу я потинговать это. Ой, пиздец, что с сердцем нахуй. Немножко не по песне, недельки, где нормально. Тихо. Не умирайте, тут умирает. Да шаль, попей таблетки. Что в лесе сдохло. Лавопро. Шальной не заходил уже месяца два, наверное, в солянку, если не больше. Да, нам заходил уж. Ну, Хейлку играл. А что, Лавопро зашло, да? Не знаю, я вот месяц не был, наверное. Но я помню, что он был вроде как бы раньше. Я полгода не заходил сюда. Джерри, почему ты такая жадина, а? Не знаю. Я сначала хотел отдать. Но потом как бы... Нет. Ну с Иважем играли, когда сказал, типа, рискованно, но прошло. Я же отдал, я же не стану на себя делать. Если бы я... Я же тебе вернул потом тоже. Будем. Ну там, блядь, там уже как бы, извините меня, если бы не вернул, то там бы ничего не было, не было бы. Опа. Давай, право. Не мне, давай. Не хочу. Главное, пойду. Хорошо. Хорошо. Почти. Так, она выбрасывает вперед. То у меня
Дайте поближе, дальний у меня нет. Буду немножко выкидывать. Хоть как-нибудь там. Бафанга. Право. Не, на фланг хочется пойти, но... Позиция. Рут. Ой. Ой. Да, ёб, ну как он отскакивает. Хорошо. Идёт. Рукой, 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 возьми мяч. Бис, ну, что ты меня, кстати, покинул на вот... Там играл. Чувствую, что-то другое, блин. Происходит. Ингер сейв, спасибо за фоллоу. Рорки. Оу, хорош. Желтая. Давай розыгрыш сделаем. Сейчас подойду, подожди, стой, 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 стой. Да, давай, я тебя обратно архив. Откачу, а потом на дальку. Да, да, да. А, нет, не тебе. Сорян. Ну я на дарку на всякий случай захуярил. Было такое, конечно. Второй, второй, хорошо. Бля. Ладно. Я, конечно, запорол. Бля. Будьте здоровы. Спасибо. Да, будьте здоровы. Я надеюсь, ничего не произошло на поле за это время. Ничего. Да я пиздец, я отворачиваюсь это, в эти моменты. Чтобы монитор не забрызгать. Давай. Бля, потянуло. Давай, давай, хорош. Ему же хорош. Блять! Сука, поспешил. Хорош. Хорош. Крылья. Наш. Блять, ну. Даже лучше получилось, чем могло быть. Ай-яй-яй-яй. Появимся как камеронские львы. Закрыть, закрыть, закрыть ворота. Хорошо. Камеронские львы, блядь. Их же называют.
А там вообще, есть львы? Ну, называют же команду, Тамерон Спидовый. Да? А, есть. Жирафы. Жирафлика. А слово жир? Ну да. Как это? Нигерия супер орлы. Он Спидовый. И чё под тобой? Блин, да ладно, такой момент голевой. Судья куплен просто, да? Перес все купил. А Перес все купил. О, я думал, блин, у меня духа я 8 попыток отбора. Black Max посмотрел. Ладно, понял. 16 попыток отбора. А удачных? 5. По 0, по нулю там, блин. Хую, там 5. По нулю. По нулю, ладно, блядь. Нет, не, удачных 5 и 16. Я говорю, удачи, я не послушал. 5 отборов, 8 перехватов. Я в том плане попытки. Попытка это типа есть мяч, а если найду? Я такой смотрю, типа, блин, типа, что так много попыток, 16, блядь. А, кто рядом пробегает, пизду, я прям сразу хуярю по ногам, блядь. Дайте мячик. Не, говорит, попытка отбора. Блин, ну что вообще пиздец какой-то. Неудобненько получилось. Не удалось до конца, блядь. Хорош. Хорош. И таких вот здорово видел. Молодец. Да, Пойди. Блин, опасно, конечно. Не, ну аж тут, понимаешь, разворачиваться еще опаснее. Сразу, нет, там совсем рядом. Лучше отдать. Надо было мне просто сказать, что отдаю, но это ладно. Пришел его мочи, блядь. Блин, вот, еще один пришел. Хуя. Хорошо ушел, блин. Ну что ты не отдал-то? Я хотел дать посрям. Что-то я видел там. А тут я там за тот случай. Давай, да, последний атак. Догнать мальчонку. Хорош. Бля, пиздец какой-то. То есть в очевидной ситуации, когда я говорю, что кто-то не отдал, то не... типа, а, я похуй там. Самое тут в неочевидной ситуации. Что очевидное бывает, и больше некому особо удавать. Не знаю, я хотел на кардифа вырезать Зандальку, потому что думал, что забайтиться выдвинуться. На тебя. Спасибо тебе, блядь, ты слабое звено, блядь. О, Козырь, привет. Не увидел, что ты здесь. У меня просто чат вообще нахер скрыт где-то в жопе в Мексике. Играем просто соляночки. Решил постримить для тех, кто не играет. Би, скажи спасибо тому, благодаря которому у тебя приписка в джилбивнике. Кому? Все топы не очень клубы ну, сейчас в этих двух командах. Ну, просто кто решил вечером в пятницу поиграть. Я сам. Нет, это я. Я первый поставил себе ее. Потом поставил Дортмунд, потом поставил ты.
кого мы сейчас ебем, он не поставился. Он не, у него стояло, но он перебывает себе. Но возраст взял свое. Тонкая шутка. Ладно. Блин, Козер, я все вижу, как ты в него играешь, но мне некогда было просто зайти посмотреть даже. Я знаю, что это клевая игра. Я уже друган ее проходил еще, когда вышел. На Соньке тоже говорит, да, классно вообще. Я вообще паука люблю. Вот он. Хорош. Я, в принципе, бы сам рассмотрел бы покупку ПС-ки. Четвертый. Не пятый. Пятый слишком дорого, а четвертый чисто для... Если она будет FIFA на следующий сезон. Я бы взял четвертую чисто FIFA поиграть, может быть. Может быть, какие-то... Не знаю еще. Может быть и нет. От времени все будет зависеть. Сколько будет времени на игры. И, судя по всему, его будет мало, так что... Будьте здоровы. Хватит игр мне ПК-шных. Брат, очень. Соп, подойди. Так, давай. Ой-ой. Слышали меня. Я не целовал вообще. Здорово. Ну, все-таки на консоли графен не лучше, чем на хороших ПК. Ну, конечно, да, эксклюзивы решают. На. Хорошо. Тем более, вроде как я слышал слух, что на пятой плойке они планируют еще более, ну, большее количество эксклюзивов выпустить, чем сейчас было за последние годы. Всех пяти, прям можно всех пятерых ботов поставить. Сейчас вот мне предложили... Типа Xbox. Ну, вот этот One. То есть не последний, да, не как он называется. Series. У них вот у Xbox они ебанутые, они названия даже. Не надо, в проекты бабки, да, согласен. Они проекты, они названия Xbox. Ты можешь отличить Xbox Series X и Xbox что-то One X? То есть я вот на слух не смогу отличить. Как раз суть в том, что предлагали вроде вот мне предпоследний Xbox, да, то есть который как Sonic 4 Xbox того уровня. Типа за 23, ну это как бы нормально, в принципе, цена, он на гарантии новый практически. Но он такой, ну нафиг мне Xbox, была бы это Sonic, я бы взял, да? А Xbox зачем мне? Ну чё, я на ПК в те же игры смогу поиграть. У меня тем более геймпад есть, как бы, видео клёво есть, но клёвые графики, всё такое. Вот Sonic была бы, можно было посмотреть. Да, за сейв сейчас унеслась. А, стоп, я в защите, блядь, всё. Вытаскивай ее. Ниху делаем. Забить. Я что ли бы? Угол бы элик. Вот так вот. Вот и вот да. Вот так. Досейвить. Блин. Я не хочу третий матч играть, а. Я тоже не хочу, я уже спать собрался. Планем, блин. Мы еще играем, блядь, часа два. Ух ты, блядь. Что эти матч будем играть? Не пури. Перекладим. Вау. Давай, Зиби, давай. А, я, блядь, дошло? Серьезно? От центра лупани просто и все. Ну такой себе. Не надо. Возьми по центру. Ну что вы, блядь. Блядь, нахуй послушайся. Да, я помню, ты говорил, что у тебя слово тянет. Не, ну а что, топовый проц. Я, кстати, посмотрел хорош. Я посмотрел характеристики 5600 процессора. Ну, то есть новый, да, который 12-ядерный, который 5. Ryzen 5. И, короче, он типа в многопоточности чуть-чуть слабее, чем мой Ryzen 3700, но в однопоточном он сильнее. То есть, в принципе, можно до него проапгрейдиться за те же бабки. То есть, тупо обменять один в один.
Мое уважение. Рыбу свою чистите, пиво доставай надолго. Капец вообще. Капец, удары тащит, ты видал? Это чуть с девятки достал. О, а, ебаный. Давай, сейчас сейф сделай, просто и все. Блин, жесть, серия пенальти вообще жесткая. Слушай, а потом до вратарей дойдешь уже. Сейчас, сейчас. Мимо ворот, вот он. Первый раз, смотри. Оп. Блин. Я думал, у нас там плюс два уже. Бля, пацаны, вы гоните, что ли? Гоним, гоним. Валя. Я пенки, бля, миллиард лет не бил. Не хватает сборной России, да? Валя. Третий матч. Бля, не вчера вот ворает, Кирк не говорил. Я не похуй, я свой забил, как бы. Блин, я вот... Не надо под руку говорить, куда бить. Я, во-первых, охуел с того, что там перекрестие на воротах появилось. Я такой, чё, блядь? Типа я настолько давно не бил пенки. Подруга говорит такое. Может, вернем 3-5-2, мы там хотя бы поувереннее играли. Нет, и тут поуверен, просто забивать надо, блядь. Весело. Надо посрать. А что, моментов было дохуя или что, блядь? Ну, ты должен был забивать. Слушай, ну моментов у нас было много, да ладно? Два точно. Два. Много. Ну, хороших два. Один забей, и все, не было пенок. Вы последний матч не 3-5-2 играли? Нет. Нет, я имею в виду про 4 сдачи, когда вот сейчас последнюю игру. А я что-то 3-5-2 играл. Пиздец. Пойду сейчас расстрою ЛЛПРОшников. Сони и так понимают. Короче, сейчас будем играть третий матч, потому что 1-1 сыграли. По пенкам получается. Оба матча в пенке закончили. А что за своя игра-то? Кто играл с Курамом? Интересно, нет? А ты не смотрел по НТВ? Давно когда, че я уже не помню, бля. Кот в мешке. Не? Сейчас кот не в мешке, сейчас кот в Апексе. Он там играет. Слился, пацан. Как и Warriors. Ой. А вообще надо отгадывать что-то там, да? Угадывать. Там вопросы задают тебе и отвечай на вопрос, и все. Да, ответил на вопрос, получил очки. Кого больше очков, кто-то выиграл. На тему. Разные. Позер заказал себе гарнитуру клевую. Есть пакет для ДЦПшников, детей, там, тиктокеров. А есть такие серьезные пакеты. Так что теперь у меня две пары наушников, которые я продаю. Но выиграли. Как вам? Интрига, да? Если мы сейчас выигрываем, про нас фильм снимают. Аляник, это я просто так хуёво пробил. Я специально хотел с вами еще поиграть. Это такая классная команда. Мы нас все хуёво пробили. Ничего. Иди скажи Мановарду спасибо, блин, что он забил. Да, мы же сказали. Мы его за это на ворота поставили. Аляня, Кирк передает тебе привет и сердечко, и то, что он тебя любит. Кирк. Я люблю тебя! Он должен просто понять. Чё вы там готовы? О, мы нет, но я вас подгоняю на всякий случай. Кое зависли, бля. Там у нас целая команда ждет в переговорке, хуевает. От того, что мы два допа уже сыграли с пенальти. Да мы их сейчас удивим, если возьмем и разойдемся нахуй после этого. Да не, вряд ли там. Не, ну я точно все. О, Кирк. На ободах добегать этот матч. Хорош. Да, не ждал ты такой хуйни, да? Закинули, и он сразу подлетел. Где? Где этот крик?
Я ж тебе на стриме закрикну. Я тебя слышу, конечно. Карты, куда ты делся? Полуха. Кир, сколько выпил ты, блин? Какой выпил мне на работу завтра, ты чего? Ну ты чего? Ну вы чего? Вот дело ведь вообще. Чё происходит? Чё, они зовут, да, на эту? Блять, я привык к всю жизнь, нахуй, в субботу, воскресенье, выходной, блядь. Ну, алло, давайте, чё там такое? Зови. Визави. Кто вы? Кам Элот? И выковыривай там, блядь, с этого сетки своей, блядь. In waves will... Классика. In waves... А вы спать собираетесь после этого или что? Или еще пойдем? Нет. Я до посинения. Остальные пойдут спать до покраснения. А тем, кто уже синий, что делать? Будем играть по синему делу. Окей. Хорош. Ай, блять, вот это нехорош, хуя. А, мне подавай эту лампаку. Нахер это вам центр отдай просто там. Он там уже разорвет эту атаку как надо. Почти гол. Блин. Ну, бля, ну, ну, я удивляюсь. Ну, блядь, ну. Открытый игрок, отдайте открытому игроку, открытому игроку. Вот открытый игрок, хорошо. Где открытый игрок? Вот хорошо. Что-то резко сон потянул, блин. Не было кофе. Старость, не радость. А ты граммофона потруби, ну, чтобы взять звук появился. Там спать перезахочется. Жесткий, тяжелый рок. Не, кофейка на полном плане. Хорошо, вот они. Можно придержать, можно не торопиться, хорошо. Хорошо. Можно не торопиться. Хорошо. Да. Что ты? Вот это читка игры, бля. За двое суток прочитал, где будет мяч. Ой-ой-ой. Сука, я специально пробрасывал. Кирка, можно запрос музыкально сделать себе, чтоб ты потом там это... Подергал. Кирк. Ну, Кирк. Бля, вот это он меня закрепил. Угу.
А, да плюс, я уже прямой. Да. Я отдаю его на Зибе. Да, я отдал. Ты тебе давал на ход. А, и на ход, не ход, а мощные ноги. Мощные ноги. Ближку возьму, ближку. Хорош. Ну, пошли, что делаем. На ход во фланг. А что, они все в атаку убежали? Опа. Давай, нет. Ну что, сдал, куда хотел, куда я. Ебать. Пацаны, так даже в ОГ не делают. Прием. Так ты сам должен тащить и бить просто, и все. Ну, меня догоняли. Это механика, не. Ну и что, так тащи и бей просто. Зачем? Потом говорить, у нас, блядь, моментов есть. Угу. Не, на скидку в центре. Ну, я почти ударился. Ну, Джерри, ну хватит. Ты что, коренная желтая? Хорошо. Прямой прям. Блин, вот здесь бежит. Нормально. Маловат. Ты меня называл. А. И свинтажист плоха, блядь. Ну куда вы делаете? Вот это аут. Хорошо. Жестко. Часть наверх, часть наверх. Наверх тут еще один. Где я вообще? Плюс мне впереди поставили. Ой-ой-ой. Кухня пора мне. Ничего, что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Видно там будет как. Ну, как говорится, прошлое не вернуть, назад не посмотреть, Джей Сим Стэтхэм. Прошлое не воротится, и не поможет печаль. Поцеловать не хочется, дочки твои глаза. Аккуратней. Курана, а ты капитан? Где? Сейчас. Я не плох. По коннекту хз не скажу, ты сам. Хорош. Вот это похоже. Ты про коннект или про что? Я говорю, что капитан, ты? Сейчас. Ты капитан, блядь, ты о чем? Блядь. Принимал. Кого кэпка, ты, блядь, мать. А, да, я. Так, ты же про коннект или про, блядь, про что? Блядь. Бестолковый, блядь. Блядь, ты хочешь меня на говно извести? Я тебе сейчас расскажу, блядь, кто ты есть. Давай. Ну, по самому месту хуйню не есть, пожалуйста. Жги. Хуйня. Говно извести это и. Ну ладно. Что-то так хорошо начиналось. Давай я потом тебя в покер выйду. Откуда предъяв возник? Алло. Васильевич, ты чё? А что ты хотел бить? Тебе Жигуля подтолкнулся или что? Мы Милан или Кам? Не, мы Кам, походу. Значит, они лучше нас пока. Они все три матча были лучше нас, но... Так. Они отсосут. Пока что ничья. Они отсосут лучше нас. Но они отсосут и... Ну, каких-то участках, да. Японский массив проскочил, никто не оценил. Да,
Да, японский прям, давай. От Сасуки. Хорош. Видите, у них тоже было есть. Ну у них шах там на форварде, понимаешь. Да ой, как. Блять, хуй знает, вряд ли. Ну не торопись ты, блять, сука. Тихо. Вот да, один раз, не пидорас. Ну тоже. Блять, я вот так надо, пожалуйста, поиграл в Джули Бирс. Ну, когда я был бы в худшем настроении. Блять, как будто я не в тесты не играл бы. Ну в центр, ну ёб твою мать. Играйте в центр! Наш центр вообще бездействует, блядь. Задействуйте его. Планки из добра. А, бля. Я. Поехали, вперед, пас. Не успел. Поехали. Приехали, в пизду заехали. Микстеру. Кому Микстеру? Ну, справа Карзин. Я уже машинально просто. Бля, вот сейчас вот. Ладно. Где, блядь? Джилибир, что ли, блядь? Это там эту, тебе борезочку. Ну, тут я, ну, как бы, понятно, что соляры сами, они сейчас немножко автопичек. Хуя себе. Чё, блядь? Судья куплен. Ну, блядь, ну, мы это видели, блядь. Меня какая-то. В каком месте, блядь? Ой, забивают только пидоры. Ну, секси попал, согласен. Блять, когда мне капиталка выпадет? Наслаждать. Следующий жуй. Выберешь 11 куралов. Ты уже выпал капитанка, он тебя куб на 6 месте идет. И курт на втором. Попадание хорошее. Чем на 6-м? На 4-м. Че, говна въебал? Прогресс. Да, мы на 4-м уже. Ну ладно. Блять, а вы там где плаваете, блять, Феникс ебаный. Ты серьезно думаешь, что если Джили Бирс не играет в первом дивизионе, то есть если бы играл в первом дивизионе, был бы на дне? Ну, я думаю, нам бы много забивали. Я прям уверен в этом. Что пускали бы мы много. А нет. Не, пускали бы мы точно много. Песен. Блять, ну чё за говнина, блять, гнина? Я не понимаю просто. Как людям посеять зерно в голову, что, блять, вас могут сожрать, если вы мяч придерживаете? Ой, блять. Не надо людям в голову зерна сеять, пожалуйста. Нет, хочу семя свое съесть в голову. Хотя бы делай это людям противоположного пола. Ну почему ты крутишь? Почему ты пас не даешь? Да потому что я не вижу, блядь, прямого адресата. Убегай. Бэхы! Дальше смотри, блядь. Пока ты договорил, он проебал мяч.
Ну, естественно, как обычно. Алло. Ой, руки. Блять, что это за пиздец? Там на ворот, маловарт стоит. Почему дальний удар не делает? Блять, 78 минута. Нам пизда. Какой это здорово. Да, это не пиздец. Это не собирал команду. Ой, блять, иногда тебя хочется заметить. Ты что, Лиза, что ли, сапки? Что не, блядь, мяч в ноги, так потери, Я пух на ход его гонит, что фанк не знаю, что он там сделает. Угловой заработает. Угу. Хуем хоб он там заработает. Будешь кэпом убить? Это уже предпочтение индивидуальное. Не знаю, бис тебя терпит сейчас. Блять, как бы, хорош. Да если бы я постоянно мог попиздеть. Ой. Какое плохо. Хорош. Детей твоих жалко, блин. Хорош, хорош, давай, давай. Понятно. Там мановар на воротах, хули там. Не выдержал. Бейс его дальние. Да вот два удара в него сделали, о чем речь. А он просто грамотно он... занял позицию. А он просто стал ближней штанги. Два удара. Нихуя себе. Выдающийся. Не, ну мы старались, молодцы, все такое, но... да. Судя как по за... истории, не все могут в ближней. Переговорки. Ладно. Блять, как тебе уведомление выключить? Давайте, всем пока, было давай, здорово. Да. Ну, а кто, что там разъебали-то, кто там? Сам себе ты разъебал. Ща, ща. Я тебя потом наберу. Ну как там и уровень футбола. А... Так, ладно, ребят, потом смотрел. Примченский. Давайте, всем пока. Ленка закончилась.